рассвеченного рекламными огнями Нью-Йорка поехать на север, то примерно через 5 часов пути на автомобиле или на автобусе можно оказаться почти в средней полосе России. Так, похоже, это место неподалеку от канадской границы на российские просторы, с повитыми голубоватой дымкой лесами и перелесками, с душистыми луговыми цветами и травами, журавлиным криком осенней порой, когда облетают листья с деревьев, но главное – с русской речью, певучей и родной. Это место носит название Джорданвилль, что можно перевести как «селение на Иордане», другими словами, на святой реке, в которой принял крещение сам Господь. Хотя реки с таким названием здесь нет. Есть озера и пруды, и есть монастырь. Поистине святое место, которое основали в начале 20-го столетия после огненных событий братоубийственной гражданской войны выходцы из России, русские православные люди. Сегодня это место является духовным центром русского зарубежья. В монастыре находится и резиденция первого иерарха Русской Православной Церкви за границей Высокопреосвященнейшего Лавра, митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского. Владыка Лавр – это живая история монастыря. Его настоятель и ректор Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле. Хотя многие из тех, кто закладывал основы русской православной обители вдали от родины на американской земле, сегодня находятся в обителях вечных. И о них, духовниках и наставниках монастырской братии, строителях и молитвенниках, помнят в монастыре и передают как духовное завещание всем, кто живет здесь, и всем, кто сюда приезжает, эту память и эту любовь. А история монастыря начинается сегодня на Братском кладбище. Это старое братское кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. Сейчас мы подошли с вами к могилам основателей монастыря, отца Пантелеймона, отца Иосифа и владыки Аполлинария Кошевого. Отец Пантелеймон родом из Белоруссии, отец Иосиф родом с Украины, а владыка Аполлинария Великоросс. Так что здесь, в нашем монастыре, как бы у истоков стояли все славянские народы. Владыка, отец Пантелеймон, основатель монастыря, первоначально подвязался в Свято-Тихоновском монастыре в Пенсильвании. Этот монастырь был основан до революции святейшим патриархом Тихоном. Отец Пантелеймон мечтал об устроении небольшого монашеского скита для молитвы сугубо и для уединенной жизни. И вот он в этих краях, в центре штата Нью-Йорк, среди полей, ферм и перелесков, нашел место, которое ему напоминало, вероятно, его родную Белоруссию, и одновременно оно напоминает и Россию, и Украину. И здесь купил вот эту землю, это старая ферма. Купил он ее за 70 с чем-то долларов, по тем временам довольно большая сумма. И задаток сначала он заплатил всего лишь 20 с лишним долларов. У него не было просто больше денег. Постепенно они потом выплачивали. Им даже приходилось с отцом Иосифом работать на заводе Сикорского, знаменитого строителя воздухоплавательных кораблей, самолетов, вертолетов здесь в Америке, подрабатывать и таким образом отдавать плату за эту землю. Сначала они здесь подвязались. В маленьком домике жили, и утром они вставали, тут было уединенно, никого не было, пели птички, они выходили на улицу, разжигали костер, ставили чайник на камни, и так они здесь, значит, готовили себе завтрак, потом молились, и вот в трудах в уединенных подвязались.
Происходило это все в 1928 году. То есть эта земля была куплена в 1928 году. Вот с того времени здесь был основан монастырь. Постепенно к ним стало собираться братья, и первый деревянный храм, который они построили в момент освящения, сгорел. Они приняли это как волю Божию и как то, что нужно строить не деревянный храм Господу, а каменный. Стали строить каменный храм, но не хватало сил, денег. И вот Господь послал сюда вторую часть этого монастыря, вторую ветвь монашескую. Это уже братья, вышедшие в свое время из Почаевской лавры после революции во главе с владыкой Виталием Максименко, экономом и печатником Почаевской лавры дореволюционной, который после революции основал печатню, вывез как бы ее из Почаева на Карпатах, в Словакии, на Карпатской Руси. И там они жили и подвязались до Второй мировой войны. А во время Второй мировой войны вынуждены были уезжать от наступающей Красной армии, уехали сюда сначала в Мюнхен, где до сих пор существует монастырь, его возглавляет владыка Марк, тоже в честь Иова Почаевского. Часть братьев осталась там, остальные приехали сюда. И вот здесь соединилось два монастыря. Тот, который был с 28 года, небольшой скит молитвенный, и приехавшее братство преподобного Иова Почаевского, печатное братство. Они объединились, и тогда уже здесь стал монастырь расцветать. Построили храм, построили келейный корпус, построили здание семинарии, построили колокольню к тысячелетию крещения Руси. Таким образом, здесь постепенно разросся крупный наш православный русский миссионерский центр, который мы даже называем «Лавра русского зарубежья» по его значению. Из семинарии, скажем, и из монастыря вышли многие епископы русского зарубежья. Здесь печатается много духовной литературы, печатня особое значение имеет, семинарии, иконописная. Все это делает наш монастырь центром русской духовной жизни за границей. Конечно, множество паломников сюда стекается. Но главное сокровище – это, конечно, люди, которые здесь жили в эти годы прошедшие. И вот старшие братья монастыря, духовники, некоторые архиереи, похоронены на этом так называемом старом братском кладбище. Здесь вот дальше мы там можем увидеть могилу отца Константина, многолетнего редактора нашего журнала «Православная Русь». Отец Константин – очень интересный, самобытный мыслитель, церковный писатель, отец Константин Зайцев. Его книги сейчас переиздаются в России. Рядом с ним Преосвященный Нектарий, епископ Сиатлийский, викарий владыки Иоанна Сан-Франциского, его правая рука, его сподвижник. И множество других людей замечательных, о которых, о каждом из которых можно поистине написать книгу. Это могила отца Митрофана, многолетнего сподвижника, святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, его верного келейника, который подвязался с ним еще во Франции, и потом здесь в Америке, в Сан-Франциско. Вот именно отцу Митрофану принадлежала икона, копия иконы «Нечаянная радость», которая почитается в нашем монастыре как чудотворная, ее люди чтут. И вот фотография этой иконы и изображена на кресте отца Митрофана. Здесь сейчас еще хоронят, но только старшую братью. А других и мирян хоронят на большом кладбище, которое находится отдельно. Здесь же, рядом с кладбищем, под алтарем Свято-Троицкого собора, находятся так называемые крипты, усыпальницы, где покоятся те, чьими молитвами и трудами рождался в начале 20 века и живет в наши дни православный монастырь в Русской Америке, в Джорданвилле. Люди поистине святой, богоугодной жизни. Под алтарем нашего собора находятся крипты, где похоронены люди, особенно значимые для Джорданвилля. И можно сказать, что символично, что наш алтарь как бы стоит на их мощах. Потому что действительно, почти все люди, которые здесь в этих криптах похоронены, я думаю, пред Богом святые люди. Вот один из них – это первый духовник нашего монастыря, отец Филимон,
чей портрет я держу, фотографию держу в руках. Отец Филимон Валаамский, постриженник, валаамский насельник, носитель традиции дореволюционного Валаама, и прибыл в братию Почаевскую на Карпатах в Словакии, и потом вместе с ней переехал сюда, в Джорданвиль, и был здесь первым духовником. Его помнят и чтут, хотя скончался он в 1953 году. И интересно, что перед своей смертью, незадолго, он предсказал, что когда я буду умирать, снег будет как на Валааме. И вот хотя скончался он 18 апреля, 5 по старому стилю, по его предсказанию, когда несли его гроб, то повалил крупный снег. Так и сбылось, как вот он сказал. А рядом с отцом Филимоном здесь находится гроб, под спудом погребен, похоронен владыка Аверкий. Это выдающийся богослов, предшественник митрополита Лавра по настоятельству в монастыре здесь и по ректорству в нашей семинарии. Маститый богослов, почитаемый в России, сейчас книги его переиздаются. Вот глава нашего, если можно так сказать, джорданвильского охранительного богословия. Мы находимся перед криптами, где погребены второй первый иерарх русской зарубежной церкви, владыка Анастасий Грибановский. Владыка Анастасий – это дореволюционный еще деятель русской церкви. Он был в течение нескольких лет настоятелем Даниловского монастыря в Москве. После этого он был участником Всероссийского собора 1918 года. Он также занимал Кишиневскую кафедру, потом оказался в эмиграции и, значит, стал вторым главой, первоиерархом русской зарубежной церкви после преснопамятного блаженнейшего митрополита Антония Храповицкого. А рядом, в соседней крипте, погребен владыка Филарет. Он был третьим первоиерархом русской зарубежной церкви. Интересно то, что хотя владыка Филарет не прославлен во святых, но несколько лет назад, когда мы переносили его останки с главного кладбища сюда, в новопостроенную специально для его тела крипту, через 15 лет после его кончины осуществлялся этот перенос, его останки, мощи были обретены нетленными. Действительно, они выглядели как вот мощи преподобного Иова Почаевского и святого святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, такого шоколадного цвета. Так что он был один из сонма русских зарубежных архиереев, истинных монахов, скромных, очень доступных людей, каковыми вот и являются, слава Богу, и наши архипастыри на сегодняшний тоже день. В этой крипте погребен отец Киприан, который был иконописцем всея зарубежья, расписывал наш храм, расписывал еще около 13 храмов в русском зарубежье и воспитал целую плеяду иконописцев, фактически основал Джорданвильскую иконописную школу. Вот в руках я держу его фотографию, а здесь под мраморным спудом он погребен. Скончался он недавно, в 2001 году, и прожил большую жизнь. В 1904 году он родился, то есть прожил до глубокой старости. И кроме того, что он был иконописцем, в монастыре он всегда нес много послушаний, и одно из них было тоже заниматься с молодежью, поэтому он тоже воспитывал владыку нашего нынешнего митрополита Лавра, в то время Василия, молодого человека. И когда владыка Лавр был пострижен в рессафор и потом в мантию, то восприемником его был отец Киприан. Так что владыка всегда почитал очень архимандрита Киприана Пыжева. И также вместе с этой мраморным надгробием была сделана вот недавно роспись тоже нашими иконописцами нашей джорданвильской школы иконописной. Мы познали вкус расставания и пошли без карты ветрил
не в изгнание, а в послание нас Всевышний благословил. Не нектар, а полынь скитания каждый из нас испил. Но мы верили, что в послание нас Всевышний благословил. Мы в послании, не в изгнании, каждый из нас твердил, даже смертельно раненый на исходе последних сил. Совершите о нас вспоминание, на Руси наших нет могил. Даже мертвые, мы в послании, так Всевышний благословил. Монах жив только в молитве. Так говорят святые отцы. И если молитва продолжается, то и продолжается жизнь. Имени Твоего ради, Господи, живишими. И разливается далеко окрест от монашеских могил и усыпальниц благоухающий свет, Божье благовестие, пламя радости и любви. Пахнет гарью от хребтов кавказских, до стальным ознобом от синей морей. Да не слышно песен в реках казацких, и не кричут рати вороных коней. Русь моя, канадальная, совесть беспечальная, как фаталень чаленая, пух ложится до полины на стану сугробную. Да на место лобное, волею незлобною, осенив твои долины, то ли днем коротким, то ли темной ночью, снова брат мой Каин смерть, а прорва зубы скалит, а погуба пророчит, и прощенье хочет. Ради моя дверь, пили единственная, злая, убийственная, сила таинственная, вновь грядущая.
Сущая братца весь, песня соловьиная и боль моя пылинная, и моя дополынная. И как тебя любить, Бог весь, и моя родина красная смородина. Сколько будет пройдено, но не найти иного раю в северной части Америки, или, как часто говорят, в русской Америке, посвятили его первые насельники и основатели из России Святой Троице. Возможно, воспоминания святой обители преподобного Сергия, игумена земли русской, Троицы Сергиевой Лавры.
Каждое утро колокольный звон, разносящийся далеко окрест, собирает в храм на молитву не только монастырскую братию, воспитанников Свято-Троицкой семинарии, но и многочисленных паломников, жителей так называемого Джорданвильского посада, живущих вокруг монастыря русских православных людей, волею судьбы оказавшихся за границей, вдали от России. И каждый день здесь происходит чудо. Едва лишь переступает человек порог храма, входит под его своды, исчезают границы пространства и времени, пропадают барьеры слова, звука, образа, и вера отцов, дедов, прадедов, святая православная вера, отзывается радостью приобретения, наполнение светом и любовью в каждом русском сердце, которое всегда, незримо, потаенно, но очень надежно и трепетно, охраняет и защищает благодатный покров Святой Руси. И где бы ни был верующий человек, этот покров всегда над его головой. Символом этого Божьего покрова над людьми, особого Божьего присутствия на этом месте американского континента являются Джорданвильские храмы, где все собрано буквально по крупицам, по песчинкам, с благоговением и любовью. Мы, например, приехали сюда с пустыми почти что руками, только что привезли там некоторые свои личные вещи и вот книги. Мы везли там из Чехословакии, Германии, из Германии, в Швейцарию, из Швейцарии сюда. Но зато здесь тоже, когда мы устраивали монастырь, то тоже ничего не было у них. И бывали такие там периоды, когда можно было в Нью-Йорке на толкучке где-то там продавали книги, богослужебники, большие, менее крупные. И там вот за гроши можно было купить. И так наши кое-что купили, приобрели. И у нас были потом хорошие книги богослужебные, которые мы пользовались, да, еще пользуемся сейчас. На клиросе, конечно, но и кое-какие утвары, можно было бы что иногда приобретать, но утварь другая шла по аукционам, то что это не всегда удавалось, но такие вот вещи. Подвигом веры можно назвать то, что сумели сохранить, сберечь, в буквальном смысле слов пронести сквозь огонь и дым, а точнее вынести из огня. Русские люди вдали от России, на земле с чужими традициями и укладом жизни, православные святые, то, чем дышит, живет и радуется сердце. Мы находимся с вами в соборе Свято-Троицкого монастыря, посвященном Святой Троице, в верхнем храме этого собора. А внизу, под этим храмом, находится нижний пещерный храм, посвященный преподобному Иову Почаевскому. Нужно сказать, что русские люди, оказавшись в эмиграции в силу обстоятельств жизненных, всегда стремились, первое, это построить храм. Где бы они ни находились, в Европе или здесь, в Америке, в Австралии, в Новой Зеландии, везде, во всем мире, они строили, устрояли храм Богу. И храмы эти были самые разные. Иногда храмы делали в гаражах, иногда делали в каких-то подсобных полуподвальных помещениях, иногда у себя дома. И, конечно, особое
милость Божья была, когда была возможность построить настоящий храм, вот такой, как, в котором мы сейчас находимся. Храмы, конечно, не всегда были большими соборами, иногда вот таким уютным небольшим храмом, как наш Свято-Троицкий храм. История этого храма такова. Основатели нашего монастыря, о которых я уже говорил, отец Пантелеймон и отец Иосиф, на этом месте, в Джорданвилле, основали скит, и после этого скит стал расти, превратился постепенно в монастырь. И первый храм, который они построили, это был деревянный храм. Деревянный храм на этом месте. И случилось так, что во время освящения храма деревянного вдруг поднялся пожар. И те, кто находились в храме, еле спаслись. Архиерей и священники, все должны были его покинуть, и храм сгорел дотла буквально у них на глазах. И, конечно, может быть, кто-нибудь сказал, что вот если такое произошло, то нету воли Божией, чтобы на этом месте был храм. Но это люди действительно были богатыри духа, и они сказали, что нет воли Божией, чтобы храм был деревянный, а воля Божия, чтобы храм был каменный. И они сразу же стали строить каменный храм на этом месте, собирая по копейке деньги на строительство этого храма. Этот храм каменный был построен и освящен уже полностью, то есть была закончена роспись и все основные работы по этому храму в 50-м году. Роспись в этом храме сделал отец Киприан, иконописец сия зарубежья, который основал Джорданвильскую иконописную школу. И его заслуга, что видно хорошо по этому храму, то, что он вернул в зарубежье каноническую иконопись, православную каноническую иконопись. Как известно, в России перед революцией в конце 19-го, начало 20 века преобладала уже живопись, а не иконопись каноническая. Вот отец Киприан, он именно сознательно вернулся к канонической иконописи, и целая плеяда его учеников по всему миру потом расписывала в православном каноне строгом вот храмы и писала иконы. Нужно сказать, что, интересно отметить, что в этом храме находятся многие иконы, которые узнаваемы, то есть узнаваемы в России. Пока еще, когда началась перестройка, и пока еще не было возможности в России печатать много икон, то отсюда, из русского зарубежья, посылали сотни, тысячи отпечатков икон, и многие иконы, конечно, можно узнать. Это вот и Блаженная Ксения Петербургская, здесь иконочка ее находящаяся, и преподобная мученица Елизавета Федоровна, и инокиня Варвара, и царственные новомученики, и святитель Иоанн Шанхайский, Сан-Францисский, святый и праведный Иоанн Кронштадтский, вот та вот икона тоже, она узнаваема. В соборе и вообще в русском церковном зарубежье находится много святынь, которые связаны, конечно, и с исторической Россией, и с именами царственных мучеников. Вот, например, эта икона святителя Николая Мирликийского, чудотворца, с частичкой мощей, интересна тем, что ее в своих руках держал царь-мученик Николай, и этой иконой он благословил открытие Второй Государственной Думы. Так что это вот историческая святыня, которая была в руках нашего святого царя Николая. Икона преподобного Серафима Саровского вот здесь, она интересна тем, что она частью его мощей дореволюционных, то есть полученных после обретения мощей в 903 году. И вот из России пришла сюда эта икона с эмигрантами, и там была вот частичка мощей. Икона Покрова Пресвятой Богородицы, она имеет великую святыню, нитку из покрова Пресвятой Богородицы, которая была подарена в свое время зарубежной церкви Александрийской патриархии.
множество мощей оказалось в эмиграции, и многие мощи действительно большой очень значимости. В нашем храме находится ковчег с мощами святого праведного, святого Иоанна Крестителя, святого апостола Андрея Первозванного и многих других. Вот здесь, в этом ковчеге, находятся мощи святого Иоанна Крестителя, святого Григория Богослова, святого апостола Андрея Первозванного и других святых. Интересно еще сказать о иконе, которая находится вверху, глава Иоанна Предтечи. Эту икону написал отец Филимон. Он был первым духовником Джорданвиля, и память его здесь чтится, его помнят. И он был воспитанником Валаамского монастыря. Он был валаамским старостильником на Валааме до революции. Был пострижен, туда поступил, и в 20-е годы вместе с валаамскими старостильниками оказался в эмиграции. И он был воспитанником иконописной валаамской мастерской на Валааме. Поэтому он там был стиль живописный. Вот в таком стиле он и написал вот эту роспись. Она была маслом написана, эту иконочку. Сейчас с годами она потемнела, но ценно то, что это можно увидеть, вот именно живой стиль валаамской иконописной мастерской. Для российского паломника, приезжающего в монастырь, типичен вопрос, а есть ли в монастыре старцы? В зарубежье к понятию старец, конечно, более относится, наверное, как бы более так смиренно, чем в России. Не очень принято называть кого-то старцами, но, конечно, самый главный старец наш – это наш владыка митрополит Лавр, действительно мудрый архипастырь, и он в монастыре с 8 лет прислуживает, а в 12 лет он уже поступил в братью монастырскую и воспринял и впитал, конечно, дух от старых дореволюционных монахов, дух монашества и любовь к русскому православию и к монашеству. А еще у нас были, конечно, очень сильные духовники, многие из них уже ушли в другой мир. Один из них – отец Василий, был белый священник, женатый, и последние годы жил здесь при монастыре рядом. И вот с его именем связано, с его любовью вот к этой иконе, около которой мы находимся, достойно есть, связана такая история, которую он всем рассказывал паломникам. Вообще, нужно сказать, к отцу Василию приезжали очень много паломников из Нью-Йорка, в основном души, так сказать, израненные, в эмиграции особенно женщины страдают, потому что из новой волны эмиграции, вот кто оказывается за границей, часто одни, и часто трудные судьбы очень, и он всех утешал, такой был любвеобильный очень. Он, значит, вот всем рассказывал про историю своей жизни и рассказывал вот про эту икону. А история такая, когда он был молодым человеком, он, значит, полюбил свою будущую матушку Клавдию, но она почему-то взаимности ему не отвечал. Он очень переживал, страдал, скорбел. И один раз он приехал сюда в монастырь на паломничество, и вот он перед этой иконой со слезами молился о своей матушке в Клавдии, о том, чтобы Господь их сочетал. И когда он после этой молитвы поехал к ней в гости, она сразу же дала ему свое согласие. И так вот они повенчались и всю жизнь прожили. Но уже незадолго до старости отец Василий, он как бы стал больше так уединяться, молиться в своей келье, а матушка больше одна времени проводила и немножко скорбела об этом. И вот когда она скончалась, на 10 лет он ее пережил, то отец Василий каждый Божий день он служил панихиду в любую погоду, зимой, летом, в дождь и в снег, он на ее могиле служил панихиду каждый день 10 лет и всегда со слезами. Вот Господь дал ему 10 лет за нее, он помолился, и тоже через 10 лет его Господь призвал. В зарубежье сохраняются многие
дореволюционные традиции. Это интересно. Вот одна из них – это то, чтобы свечи были восковые. Наши свечи, они очень благоухают, их можно понюхать, они пахнут воском. Вот они всегда делаются из воска, ну и тоже довольно большого размера. И подсвечники такие вот под них делаются большие. И так что вот эта вот традиция дореволюционная, она в зарубежье сохраняется. Это очень приятно, конечно. А поэтому в храме тоже особый аромат благоухания, воска и меда. Такие вот медовые свечи. Мы находимся в нижнем храме Свято-Троицкого монастыря, в храме преподобного Иова Почаевского, чудотворца. Над нами вот верхний собор, где мы только что были, а нижний храм еще мы называем пещерным. Такой уютный храм, он находится наполовину под землей, и здесь тоже находится целый ряд святынь. Это прежде всего икона святых новомучеников и исповедников. Эта икона написана отцом Киприаном, иконописцем всея зарубежья, и эта икона находилась на прославлении святых новомучеников и исповедников российских, святых царственных новомучеников, которая состоялась в русском церковном зарубежье в 1981 году. Здесь находится ковчег с мощами всех угодников Божиих Киево-Печерских, киевских печерах просиявших, ближних и дальних. И не все люди в зарубежье имеют возможность посетить Россию, Украину, Киев. А здесь они могут приехать и помолиться сразу перед всеми мощами всех угодников Божьих киевских. То есть, таким образом, как бы побывать духовно с ними и в Киево-Печерской лавре. Список иконы преподобного Иова Почаевского с частицей мощей, оригинал находится в нашей печатной типографии. Икона Почаевской Божьей Матери, копия, очень чтимая, сделана по образцу, точно украшена камнями. Эта икона Почаевской Богородицы была прислана из Почаева, она была прислана владыке Виталию Максименко, аве нашего монастыря, когда он был уже архиереем за границей, в Америке здесь был назначен в 30-е годы. Эта икона очень почитаемая, у нас с ней бывает крестный ход к кладбищу монастырскому и обратно. Каждое утро братья после полуночницы монашеской прикладываются во время братского целования, прикладываются к этой иконе, потом берут благословение у настоятеля. И каждое утро тоже читается молитва перед иконой преподобного Иова Почаевского. То есть это почаевские обычаи в связи с историей нашего монастыря, которая неразрывно связана с Почаевской лаврой. Эта икона тоже, конечно, Богородица, является покровительницей Джорданвилля и нашего, вообще можно сказать, зарубежья церковного. А еще интересная икона Богородицы «Нечаянная радость». Эта икона принадлежала отцу Митрофану, архимандриту, почитаемому духовнику, сподвижнику и келенику святителя Иоанна Максимовича Шанхайского и Сан-Франциского. И у отца Митрофана была маслица из России от иконы «Нечаянная радость», в России находившейся, почитавшейся в России до революции. И одна монахиня в Святой Земле, в нашем русском монастыре, заболела раком. И эта маслица от иконы, она помазалась маслом, и она исцелилась от рака. А в благодарность за это написала копию иконы отцу Митрофану и прислала ему подарок. Он стал перед этой иконой молиться, совершать молебны, вливать в лампадку масло от оригинала иконы. И после этих молебнов совершалось много исцелений. Есть в монастыре и особенный храм, в котором молится лишь монастырское братие. Этот храм посвящен одному из самых любимых джорданвильской братии святых мест в России,
Оптиной пустыни. Здесь его так и называют – Оптинский. Храм в честь преподобных оптинских старцев. Ничего не нужно объяснять, нужно выйти из могильной тени, опуститься тихо на колени и глаза к распятию поднять. Ничего не нужно говорить, нужно помолиться о немногом, сердцем не лукавить перед Богом, слезы покаянные излить. Никого не нужно осуждать, Бог судья и праведных, и грешных, Он осушит слезы неутешных и простит, как любящая мать. Никого не нужно принуждать, нужно стать звездою говорящей, среди тьмы торжественно горящей, нужно научиться сострадать. Как говорят святые отцы, дух животворящий святой дышит, где хочет, а может он жить лишь в святых местах. Восходящего солнца лучи, граница востока алеет в ночи, и копьями молний сверкают глаза, грядет благодатная миру гроза, теснее смыкаются наши ряды, а белые кони не знают узды. И светится пламенным синим крестом наш лоб, перечерченный Божьим перстом. Ты видишь, как строится светлая рать, ты чуешь, что в битве не нам умирать. Покуда не слышишь сигнал со звезды, назначенность чувствуй и рядом. Старые фотографии, святые реликвии, письма, документы, зримые отпечатки непостоянного, словно вода в реке, тихо и незаметно утекающего в небытие времени. Каждую секунду время иное, новое, другое время, другая эпоха. Но память человеческая стремится удержать то, что для нее дорого, ценно,
что уже давно бережно хранится в заветных тайниках сердца. Эмалевый крестик в петлице, и серые тужурки сукно. Какие прекрасные лица, и как это было давно. Есть в Джорданвильском монастыре удивительный музей, уникальный, единственный в своем роде отпечаток того трагического времени, когда захваченный штормом разбился корабль Старой России. Возможно, этот отпечаток, ставшего другой эпохой времени, чудом Божьим, сохранился для того, чтобы не порвалась связь времен и событий, чтобы уцелели в бесконечном потоке бытия в памяти всех, кто причастен к России, и в памяти будущих поколений россиян, люди и судьбы из истории их Родины, единственной и горячо любимой, из истории Святой Руси. Мы находимся в музее Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. Русская церковная эмиграция сохранила многие святыни, которые связаны с исторической Россией и, в частности, с последней августейшей царствующей семьей. Вот мы сейчас находимся перед стендом, где представлены личные вещи царской семьи. Это вот мундир принадлежал цесаревичу Алексею, он его носил. Здесь погон царя Николая II с его вензелем. Их вешалки с личными вензелями, которые они использовали. Апостольник, это принадлежал великой княгине, преподобной мученице Елизавете Федоровне. Салфетки, иконы личные их. Вот эти все иконы их личные. Здесь вот находится очень интересный документ истории, можно сказать, который в противовес тому, что говорят, что вот простой народ отрекся от царя и был равнодушен к монархии. Вот этот вот документ истории свидетельствует о совершенно противоположном. Когда уже преподобная мученица великая княгиня Елизавета находилась в Алапаевске, и была, и дни ее были вместе с другими новомучениками сочтены, они вскоре были умучены, убиты, то вот простые люди принесли Елизавете Федоровне вышитый плат. И на этом плате, значит, мы читаем такую надпись: «Матушка, великая княгиня Елизавета Федоровна, не откажись принять по старому русскому обычаю хлеб-соль от верных слуг царя и отечества». И подпись: «Крестьяне Алапаевской волости Верхотурского уезда». То есть это Алапаевск. Это вот когда уже кругом кипела революция, и когда было монархические свои взгляды демонстрировать просто опасно,
Вот люди, совершенно не боясь этого, с большой любовью, и уже, можно сказать, идущие на смерть, на заклание Елизавете Федоровне, принесли хлеб-соль и вот с такой вот трогательной надписью «От верных слуг царя и Отечества». Это, конечно, свидетельствует о том, что даже в это время еще значительной части русского народа сохранялось почитание и верноподданническое настроение к царской фамилии. Выше мы видим нитки, мотки ниток и пробы вышивки, которые сделала своими руками преподобная мученица Елизавета Федоровна. Вот она держала в своих руках эти нитки, это ее вот нитки, которыми она вышивала, и вот здесь вот ее пробы вышивки. И здесь мы тоже видим головные уборы, которые тоже принадлежали царской семье. Вот они использовали их на балах и так далее. Вот эти вот пасхальные яйца тоже все были в руках членов святой царской семьи умученной. Вот эти вот все пасхальные яйца были преподнесены им в подарок, либо они вручали кому-то в подарок. Царь Николай, как известно, крестосовался с солдатами, с офицерами на Пасху, посещали больных. Здесь мы видим портреты, которые отражают жизнь царской семьи и, главным образом, великого князя Константина. Это известный поэт К.Р. подписывался инициалами. Вот здесь, вот, в частности, мы видим его портрет с его собственноручным автографом, подписью, и указан год 1897 год. Интересная история бюста царя Александра II. Этот бюст находился в Варшавском Сейме до революции. И после революции, когда Польша уже отделилась, то, естественно, этому бюсту угрожала опасность. И его спасли буквально оттуда, из этого Сейма взяли. И вот монархисты вывезли его в эмиграцию, и спасли, сохранили. И вот через уже спустя годы, теперь вот бюст, находившийся в Варшавском Сейме императорском, находится теперь у нас вот здесь в музее. На этом стенде представлены вещи, дневники, книги с личными автографами членов святой царской семьи. Вот здесь вот дневник, на котором имеется такая надпись: «Итого всей книжки пронумеровано столько-то страниц, скреплено печатью, и, значит, подпись «Полковник Николай». Он носил звание полковника, и вот он полевой свой, значит, тетрадь свою для военных занятий, она вот таким образом вот подписана. Книжка о Марфо-Мариинской обители милосердия, подписанная Елизаветой Федоровной вот с ее личным автографом. Программка концерта симфонического оркестра Лейб-гвардии Волынского полка с подписями Анастасии, Ольги, Марии и Татьяны. Молитвословы и Библии вот с подписью «На добрую память Александра». Это Александра Федоровна, конечно.
И здесь вот тоже молитва слов с подписью Александры Федоровны. Этот плат находился в царском селе у иконы святого преподобного батюшки Серафима Саровского. И вот здесь фотография как раз сохранила его изображение, как он находился здесь вот у иконы. И вот теперь вот он, именно вот этот плат, он здесь представлен. Джорданвилли первым духовником братии был игумен, старец Филимон с Валаама. И вот здесь как раз тулуп отца Филимона. А на Валааме всем монашествующим в зимнее время выдавали одинаковые вот такие овчинные тулупы. А история этого тулупа, который, конечно, повидал виды, такова. Он принадлежал отцу Филимону. После отца Филимона он перешел к отцу архимандриту Киприану, иконописцу и духовнику. И как-то отец Киприана уносил, и как-то он уже шел зимой по улице, и, так сказать, тряхнул, посмотрел, и говорит, да, а тулупчик-то пора уже в музей отдать. И вот таким образом этот тулуп уже попал в музей. Здесь представлены различные предметы церковной утвари, и особые предметы, как вот вериги, металлический параманный монашеский крест, которые, конечно, довольно тяжело, вероятно, было носить, принадлежали кому-то из монашествующих. Значок академии. Интересно вот обратить внимание на этот антиминц, плат, на котором совершается божественная литургия. Видно, что он буквально скроен из каких-то платочков, и это в условиях гонений. Вот таким образом верующие люди, и архиереи гонимые церкви, и, значит, священники делали вот такие вот предметы, которые им были нужны для богослужения, как вот тоже чаша. Видно, что она сборная, ручка от какой-то чуть ли не кухонного какого-то приспособления, маленькая чашечка, подставка самодельная. Рассказывают, что во время гонений, когда приходилось в советское время совершать богослужение на квартире часто, и приходили НКВД, и, значит, арестовывали, то было так иногда все приспособлено, что буквально за 5 минут, пока начинали в дверь стучать, все предметы утвари можно было богослужебной. Можно было так распределить по квартире, что их нельзя было отличить от предметов бытовых. То есть это все превращалось, разворачивалось, превращалось в простые чашки, в какие-то в ручки, там, в подставки для чего-то. И таким образом все это замаскировалось в условиях гонений. И тоже в нашем музее есть поручи из простой такой белой ткани сделаны, самодельные, которые вот принадлежали священнику. И с любовью, но очень незатейливо, просто были сделаны в годы гонений вот, верующими людьми. Здесь мы видим церковные грамоты и письма, документы, которые были подписаны и написаны маститыми архиереями и ныне уже некоторыми прославленными святыми. Здесь извещение, собственноручно написанное настоятелем Кронштадтского Андреевского собора протоиереем Иоанном Ильичом Сергиевым, то есть святым праведным Иоанном Кронштадтским. Здесь предметы, связанные с училищем правоведения. Как известно, в императорской России почти все учебные заведения, многие учебные заведения имели свою собственную форму и свои какие-то знаки отличия. Это, конечно, дисциплинировало людей и учащихся. А здесь вот интересно просто деталь из быта училища правоведения, то, что у каждого класса имелся колокольчик, которым преподаватель звонил в конце лекции и в начале лекции. И так этот колокольчик путешествовал до конца обучения, все годы, с тем или иным классом. И когда они заканчивали обучение, то они этот колокольчик разбивали, и на память каждый из них брал кусочек и хранил как святыню память о своем классе, значит, кусочек. И они, если все вместе собирались, то они могли тогда составить
опять это полный колокол из отдельных кусочков. Вот здесь как раз мы видим вот несколько кусочков такого колокольчика. Вот это облачение специальное. Как мы видим, здесь вверху в филоне крест и надпись «Сим Победа». Известно, что крест был явлен на небе царю Константину Равноапостольному с словами «Сим победишь», после чего он действительно одержал победу, и таким образом это повлияло на то, что христианство стало государственной религией со временем. А это облачение имеет крест, потому что оно принадлежало военному священнику. То есть это отличительная черта военного духовенства до революции. Вот такой вот крест и надпись «Сим Победа». Это только небольшая часть того, что удалось сохранить, и то, что вот приведено в порядок. Мы здесь прошли и посмотрели только наиболее важные экспонаты. А кроме того, здесь, конечно, много и других интересных предметов быта, и много еще находится в фондах не разобрано, в том числе архив бумажный. Там интересный, например, экспонат мне запомнился, когда вот недавно разбирали, а просто, так сказать, по второму разу обретаются какие-то предметы. И вот интересное, нашли письмо, значит, Ленина, телеграмма, письмо с подписью Ленина, которое предписывало, что предъявителю этого письма пропускать, значит, везде, давать везде дорогу, оказывать помощь, там, зерном, лошадьми и так дальше. Вот, группе, которая с этим письмом, значит, движется. И мы действительно подумали, что это вот Ленин, но потом провели исследование, выяснилось, что это подделка белых казаков, которые сделали вот такое письмо и в красном, так сказать, двигались в красном тылу с этим письмом с поддельной подписью Ленина. Вот, но поэтому и этот документ и оказался, естественно, вот в белой эмиграции. Церковная православная эмиграция, конечно, неотъемлема от понятия белой России, белого движения. Выбор. Стихотворение, найденное в Ладанке на месте расстрела белогвардейцев. Видишь русских полей пыль, слышишь конских копыт стон, я тебе расскажу, быль, как я был за тебя казнен. Когда горсть молодых бойцов прикрывала отход полка, ранен был я и в плен попал, и увидел врагов в лицо, и надменный смерти оскал. Выбор дали мне, хочешь жить, поцелуй наш кровавый стяг, а иначе будешь убит, как заклятый народа враг. Я молчал, а палач спросил, зачем умирать тебе, ведь у белых нет больше сил, и мы победим в войне. Ну и что, так ответил я, победите вы здесь, на земле, но когда-то сгорит земля, ваша участь гореть в огне. А мой выбор предельно прост, я среди русских умру берез, за свободу Руси святой и за тех, кто прочтет стих мой. Выбираю я небеса, там победа моя и жизнь. О, высот неземных краса, я целую твою синь. Видишь русских полей пыль, слышишь конских копыт стон, я тебе рассказал, быль, как я был за тебя казнен. Бури, вьюги, вихри, ветры вас взлелеяли. Останетесь вы в песне белой лебеди. Знамя, шитое крестами, саван выцвело.
блистает, будет ваша память, белые рыцари. И кто из вас, сынки, не воротится? Поведет ваши полки Богородица, знамя, шитое крестами, саван выцвела. Ай, будет ваша память, белые рыцари, бури, вьюги, вихри, ветры, вас взлелеяли. Останетесь вы в песне, белые лебеди, и никто из вас, сынки, не воротится. Поведет ваши полки Богородица. Быстротечное время нельзя остановить. Можно лишь сохранить память о том, что было в нем самого дорогого и ценного, что и через завесу времени и пространства дышит любовью и отзывается любовью в глубине души. Когда русский человек оказывается вдали от родины, на чужбине, окруженный чуждой ему культурой, природой, непохожими на него людьми, то, как свидетельствуют судьбы многих русских людей, невольно, независимо от него самого, какая-то неведомая, непостижимая и непреодолимая сила притягивает его к единоверцам. К тем, кто близок и понятен по образу жизни, мыслей, убеждений, кто родственен, а точнее родной, по духу. Русский исход в Америку в начале 20 века образовал особые поселения вокруг православных монастырей. Одно из самых больших и примечательных образовалось вокруг Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. Может быть, от того, что даже сама природа напоминает здесь о России, о ее лугах, полях, о ее просторах и о ее небесах, которые, я думаю, что так считают все русские, ближе к Богу.
России, вокруг монастырей Троицы Сергиевой Лавры и других постепенно образовывались посады, поселились миряне, так и в Америке вокруг Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле тоже образовался со временем Джорданвильский посад. И живет очень много интересных людей православных, и русских, и американцев. И у каждого сюда, к Джорданвиллю, был свой путь. И вот мы находимся с вами в гостях очень интересных людей, матери и двух дочерей. Эта семья имеет прямое отношение с родом художника Бенуа, поэтому здесь тоже, как принято в этом роде, все рисуют, пишут. И вот старшая, так сказать, глава на сегодняшний день этой семьи, мама Лидия Елисеевна, урожденная Бенуа, а ее дочери Мария и Екатерина – издатели, православные издатели и редакторы газеты «Orthodox America». Эта газета интересна тем, что она была основана по благословению отца Серафима Роуза, а Мария, редактор этой газеты, она была близкой духовной дочерью отца Серафима Роуза и жила рядом с плотиной, и много там потрудилась в свое время, где у отца Серафима Роуза был монастырь. Не так давно издательство, которое возглавляют Мария и Екатерина, издало письма отца Серафима Роуза к отцу Алексею Янгу. В настоящее время мы эти письма, эту книгу писем в переводе на русский язык публикуем в нашей газете «Православная Русь» и готовим с разрешения издателей, готовим русское издание, русский перевод этой книги. Так что, надеюсь, скоро тоже порадуем русских читателей, любящих в России отца Серафима Роуза. Что значит для вас Россия? Вот. И именно вот здесь, когда вы так далеко? Да. Россия все значит для меня, все. Так что все родственники так дороги для меня. Моя двойняшка, сестра, была сослана в Сибири. И там пробыла 11 лет. А потом вернулась в Ригу. И там была с мамой и с приятельницей. И там же скончалась. Я в Америку приехала в 46-м году. С мужем встретилась тогда. И мы повенчались здесь. Отец Михаил Польский нас венчал в Лондоне. Отец Михаил Польский, знаете его? Это да. Автор книги «Новомученики и исповедники российские» в двух томах. Знаменитая книга, вот он как раз венчал. Все родственники дорожат церковью и стараются поближе знакомиться со всеми теми, которые любят церковь и ходят в церковь. Каким образом вот ваше творчество связано с Русской Православной Церковью? Мама написала, она знала много, это монахин здесь из старой Джорданвилля, и написала портрет Владыки Лавры, когда еще он был молод, и еще это митрополита Филарета. Отец Киприан, который писал все портреты всех владык, не мог схватить по-настоящему его сходство. Так что он попросил меня сделать сходство. А сегодня где эти работы? Портрет митрополита Филарета в актовом зале семинарии. Да. А вот портрет Владыки Лавры теперь уже... Это в Вест-Вирджинии, там в ските. В нашем подворье, в подворье. Скит. Крестово-Движенский скит. А вот еще в семье как раз интересное было обращение вашего мужа, отца Марии Екатерины, в православие.
Да. Он родился в Англии, здесь, в Америке, в очень типичной протестантской семьи. Как имя? Мансур. Фамилия арабская, но я не знаю, это очень давно здесь, в Америке, может быть, так в начале 18 века или даже раньше. Но он был Мелвин сначала. И потом он занимался древнегреческими и латинскими языками. И когда он был уже аспирант, кажется, и уже закончил университет, все, и он путешествовал в Греции. И кто-то сказал, что это интересно было бы, чтобы он поехал на Афон. И там он видел и чувствовал, вот это, особенно среди русских монахинь, это в Пантелеимонского монастыря, чувство теплоты русского духа и православия вообще. Так что он, это было, может быть, так в 30-х годах. И так что он приехал домой в Америку и нашел в газете самую близкую эту православную церковь и стал там ходить. И приехал сюда, в Жорденвиль. И это было до того, как большинство из монахов приехали, из Германии. Да? И он знал основателей отца Пантелеимона, и отец Иосиф стал его... Крестный отец, да. Так что он стал православным. И тогда, когда он во время войны, он шел в американский флот как офицер там. В то же время он шел в церковь там в Лондоне, и там у отца Михаила Польски были такие беседы после другие, там он встретил с мамой. Крещение он получил имя Мануил, и интересно, что вот Мануил Мансур, он написал интересные путевые заметки об Афоне. В каких годах это было? Ну, он был там и в 30-х годах несколько раз, перед тем, как он стал православным, и потом после, так в 40-х и 50-х годах, так что очень интересно, как... Они сейчас публикуются на английском языке, и вот мы тоже готовим публикацию их перевод на русский язык. Очень интересно, потому что он живо описывает свои впечатления и встречи с интересными людьми, насельниками Афона. Как я встретилась с отцом Серафимом. Но я была в Калифорнии в то время, конечно, выросла так в православной семье, но была так в годах университета и когда в молодости. И я потом узнала, что я очень мало знала о православии. И тогда была, я отошла и в протестантизм, в протестантскую группу на несколько лет. И это была очень у меня такая духовная такая борьба, внутренняя борьба. Если это такое православие детства, это правильный путь, или вот это протестантизм, потому что это очень было такое... живое движение в это время, это в 70-х годах. Мне очень помог это владыка Андрей Римаренко, старец Нектарий. Под его Петрохилию скончался, он последний исповедовал его. Yeah. И здесь создал в Америке новое Дивеево. Yeah. И вот он помог. Да, yeah. Я его встретила, я так... чувствовала, что вот это настоящий человек Божий. Но если мы хотим видеть такие настоящие православные миссионеры, что мы должны обязательно навещать отца Серафима, отца Германа в Платине. И там нам очень понравилось, и мы так поговорили с отцом Германом, с отцом Серафимом, и они сразу чувствовали такую близость к нам и пригласили нас остаться на Великий пост. Так что мы остались там, и это было в 76-м году в ноябре, и оказалось, что мы приехали, как раз мы не знали, но как раз накануне праздника отца святого Германа Лясинского, ихний праздник. Так что мы приехали обратно так в феврале в 77-м году.
И в это время были там в ските только отец Герман, отец Серафим и маленький мальчик Глеб, черный, ему было в это время 10 или 11 лет. Так что мы там помогли им. Так, где вы жили там? У них была такая так называемая гостиница, которая была такая, не то что хибарка, но почти так, так в лесу, и, конечно, не было электричества, ничего. Холодно было ведь. Холодно было, да. И, да, мы шутили, что там в Платине, вместо того, чтобы раздеваться, чтобы пойти спать, мы еще просто одевались. И, а что они питались чем? Что кушали? Ну, там, супом, так, ну, рис и все. Но мы просто, да, очень так просто, да. Но мы, они боялись, что нам будет это очень так тяжело и трудно, что мы сразу убежим, как. Нам так нравилось там, когда, потому что это была настоящая такая православие и такая деятельность там. После Пасхи, я помню, что это отец Серафим нас пригласил, у них было типи, как индийский, кто-то им так подарил там в лесу где-то, шалаш. И он нас пригласил туда и попросил, чтобы, если мы согласились бы это оставаться, пока они и помогать им это с изданием русских катакомных святых, вот эта толстая книга, на котором они там так очень так работали. И, конечно, мы очень так порадовались и сразу согласились, и никогда не уехали, то есть остались там жить. И я осталась там, я почти 20 лет. Так. Ну, это было, конечно, отец Серафим скончался в 82-м году. И потом это стало немножко так неловко, чтобы мы, так, как женщины, жили там так в близости этого монастыря. И потом стали приехать и умножить вот это монахи. Вы начали делать женский скит рядом? Женский скит. Они нам купили это... Землю, там участок недалеко. Скит мы... Блаженной Ксении Петербургской. Да, да. Вы сказали, что увлекались вот именно протестантским таким вот движением. А что все-таки вас повернуло в православие? Я так очень... Это было такое трудное это время для меня, потому что я ни с кем не могла это посоветовать, потому что все православные, конечно, совсем не поняли, почему я там. И даже, я помню, один монах сказал, у нас такое хорошее пение, зачем у вас... А это, конечно, это гораздо глубже. И я знала, что я просто хотела это воле Божией. И потому что это путь все-таки, это очень опасный, это духовный, это путь. И я чувствовала, что у них это в протестанте, они целиком хотели вот это отдать свое сердце. И в то же время в православии многие, это просто из-за... Они выросли в православной церкви, так что меня очень интересовалось те, которые... пришли к православию, не те, которые выросли в православии. Вот это в Евангелии сказано, что те, которые оставили и мать, и дом свой, чтобы ходить за Христа. А для меня это может быть, это значило, что я это оставила это православие. Но в то время, вот это мои детские вспоминания, когда в детстве иногда приехали сюда, в Джордан-Виль, в монастыре, к монастырь, и потом и в Новодевево, иногда так. Так что я видела вот это настоящее, и я, в то же время я знала, сколько это стоит, чтобы стать православным. Надо это от мира как-то это против течения всего. И знала вот это немножко так жизни преподобного Серафима Саровского и потом святого Иоанна Кронштадтского. Я думаю, что я очень так мало поняла, потому что это все было на русском языке. У нас в это время не было английской службы, и никто не занимался с нами. И мама и папа, они просто думали, что, наверное, раз вы знаете веру, но мы это...
как сказать, молитвы знали наизусть по-русски, но чтобы сознательно все это, мы, у нас было очень такое плохое, я бы сказала, чтобы с другими людьми объяснить нашу веру. А в это протестантское это движение, это совсем другой такой язык. Они сразу, ну, а вы спасены? Are you saved? И я, ну, так, ну, конечно, мы, у нас это совсем другое понятие. Это не сразу, что вы это, если вы верите в Христа, это значит все. А у них как-то... Но в конце концов, я просто так чувствовала, что в православии есть, у них очень хорошее, то, что хорошее, а у нас то, что святое. Как я пришла из этой протестантской группы, я была очень то, что меня интересовалось, вот это миссионерское дело. И так что он благословил меня начинать с отцом Алексея. Отец у отца Алексея Янг, он тоже принял православие, и у него был маленький журнальчик «Никодимос». Но так как он преподавал, он стал священником потом, и ему стало очень трудно. И так что, но они, это отец Герман, отец Серафим, всегда хотели, у них было такое, это, не то что план, но идея основать на английском языке то, что это православный Русь для русских здесь в зарубежье. Так что вот это, вместо того, чтобы это Никодим, маленькие журнальчики, они это стали, думали, что уже пора вот православную Америку начинать. Так что в 80-м году это, мы это начали это, создали вот эту газету. Какой у вас тираж газеты? Мы печатаем так 3000 приблизительно, и, наверное, так повсюду так высылаем, конечно. Распространяется по всей Америке, по всей Америке, во многих, Европе, да, наверное, да. Тоже, да? И в этой, перед тем, как вот это перестройки и все, даже послали в Россию, мы никогда никаких откликов не слышали, но потом встретились с монахами из Киево-Печерской лавры, и они сказали, что они получили, так что это мы очень так обрадовались. И также и в Почаев, кажется, и в некоторых местах в России. Но главным образом, конечно, это здесь, в Штатах. Я бы сказала, что это не только наша, это зарубежная юрисдикция, но потому что мы очень так не занимаемся только так церковной новостью или особенно. Это большинство так житие подвижников, житие святых для детей, потом современные темы, рецензии книг и фильмов иногда. У нас серия сейчас это много лет это чудотворных икон Божьей Матери, которые много то, что еще не существует на английском языке. У нас наша первая книга была это перевод на английский язык, это биография великой мученицы Елизаветы Федоровны. Это перевод книги Любовь Миллер, которая это распространена в России. Потом у нас это Человек Божий, это насчет это святителя Иоанна, святой Иоанн Шанхайский из Сан-Франциско, тоже такой перевод. Потом у отца Алексея Янг он составил по плану, как отец у отца Серафима Роза, у него лекции были об истории православного мировоззрения. И отец Алексей Янг, это маленький, большой, но очень хороший, особенно для студентов, показывает, как Запад отпал от православия и творения святых отцов насчет страсти, насчет болезней. Маленькие книжки очень такие популярные.
Еще у нас это письма духовным детям игумена Никона. Еще это книга отца Алексея Йонг насчет римокатоликов, католицизм и разница между православием и католицизмом. Да. И еще вот это последнее, главное, вот это письма, переписка отца Серафима Розы с отцом Алексеем. Они очень переписывались в течение 12 лет. Так что очень, осталось очень много ценного материала. Особенно вот это показывает правильное отношение между духовным отцом и духовным сыном. И еще я знаю, что вот сейчас освещает вашу жизнь портрет Серафима Розы, который находится здесь у вас. Вот история этого портрета, как он появился, кто его написал. Да. Ну, это мы так... очень так, у нас был это, сюрприз большой, это не, совсем неожиданный, это очень трогательный. Я встретилась с отцом Виктором Мамонтовым, архимандритом Виктором, в Риге. Он знал нашу это, мамину сестру, нашу тетю и бабушку. И я там была у него, конечно, он очень почитает отца Серафима Роз. Так что мы еще там жили в Платине и получили вот эту посылку, я не помню, как, в котором году, и открыли, и вот это как живой отец Серафим. Это написано было одной художницей, которая, очевидно, взяла из с белого, черно-белого фотографии. Так что цвет его, глаза неправильные, он немножко такой слишком румянин. И глаза карие, должны быть голубые. Голубые, да, очень такой светлый, серо-голубый. И борода должна была более такой сероватая, но все-таки это выражение такое живое, так что нам очень это просто портрет, да, очень это такой большой дар нам. И для Джорданвилля этот уютный дом и эта семья — это тоже благословение особое, потому что это очень гостеприимная семья, которая приглашает к себе всегда молодых людей, семинаристов, новообращенных, инославных, кто ищет путь к православию. И тут проводят всякие беседы, угощают чаем и рассказывают об отце Серафиме Роузе или о своих, о России рассказывают, показывают видео. Так что это действительно не миссионеры и на таком уровне, на бытовом, можно сказать. Так что спаси Господи и благодарим за эту замечательную беседу и вашу семью. Дай Бог ей Божие благословение дальше жить вместе и с любовью. Три русских женщины из известного в России рода Бенуа. Художницы, переводчицы, издательницы, а главное – миссионеры. Проводники православия на американской земле. Проводники веры своих далеких предков из России. Веры, которую человек всегда носит в глубине сердца. Глянуть.
думала, что знаю я все на свете, оказалось лишь на полпути.